Эх, моему мнению, зря мы сюда полезли с миником и вот все что ли? Да ладно. Ну, хотя бы сзади стоит 105-ка тяжелая. Уже есть какие-то надежды на спасение. Сейчас Андрей будет пробивать колею. Что-то пока плохо у него это получается. Пытается в натяг. Мотор, видимо, не тянет. Сейчас он будет дуплить. Коровки еще помогли, тут растоптали немножко. Причем странная лужа, она вот никогда не пересыхает. Все надежды были на нее, потому что маховички все пересохшие. Ну, кстати, вроде идет. Я провалился в грязь. Не привыкать. Еще, кстати, кто сюда поедет, берите спрей на комаров. Попробую снять другого ракурса. Боюсь, я же туда не дойду. Ладно, постою на своем месте. Дергаться пока не буду. Идет, крутит рулем, ловит зацеп, что-то как-то его боком ставит, правый бок проваливается в мягкую часть, слева в жесткую. Но запахло ароматами коровок, все, колея раскатана. Ну, я думаю, сейчас будет рывок на оборотах. Окна можно даже не протирать. Будет побольше смелости. Почти. Осталось только выйти отсюда. Второй заход. Страшные звуки издает наш миник. Согласитесь, друзья, это борьба. Борьба не очень умного человека с природой, с поддержкой
японской страны, которая изобрела и прислала этому не очень умному человеку эту машину, чтобы вот ему приспичило проехать именно здесь. Мне кажется, ему назад надо, упирается он правым передним колесом, но он уже водитель опытный, сам знает. А теперь надо снова вперед, пока есть ход. Эх, мотора не хватает, но продвигает, грязь дальше все-таки, продвигает. Ну, потихоньку идет. Возможно, даже будет победа. Почти же выбрался. Подхватывает соседнее колесо, но недостаточно. Нет, не рой. Но в этом деле главное не выключать мозги. Видимо, сейчас небольшая передышка и снова в бой. Проходит наш миник. Половину он уже прошел. Весь грязный, главное, номер чистый. Вот странная особенность этих машин. Так. Ну, надо определенно раскатывать. И раскатывать серьезно. Вот так. Примерно так. Потому что только такая тактика может нас спасти. Крузак ждет позади. У него все-таки вес побольше. И резина у него не НТ, а АТ. Поэтому будет интереснее, я думаю, ему. Потихонечку, буквально сразу строилась. Сейчас попробую снять. Вот так.
заправку. Понимали? Приходится. Ну, вот вид хотя бы сбоку уже есть у нас. Ну, банка газировки вместо мотора справляется. Ну, перед заездом все пассажиры покинули миник. Даже полторашки с квасом и газировкой выгрузили, чтобы максимально его облегчить. Это одно из самых болот плотных. Это оно и есть. Далеко не каждый мог его пройти именно летом. Были заезды у нас весной, когда был промерзший грунт. Там было намного проще. Просто была вода, а под водой, был лед. Конечно, камуфляж знатный. Я давненько не пачкалась эта машина. Впрочем, так же, как и моя. Но моя, понятно, на откатке. Мотор еще не готов к подобным замесам. А минику терять нечего. Поэтому мы почти дома уже, почти на суше. Причем, обратите внимание, он газует и не проваливается. Видимо, зацеп колес, он не слишком сильный, не слишком слабый. Резина подобрана хорошо для этой машины. Но в то же время, какая бы ни была резина здесь, она все замыливается, если ей хорошенько не дать пинка. Вот, решил прям с хорошего разбега. У меня летит грязь. Я уже привыкший. Или это дождь пошел? Да, пошел дождь. Это решил остыть наш мини. Я думаю, один или два рывка еще надо минику, и он будет на суше. Да, один рывок. Ну и все. Че? Тут поедешь или тут?